В некачественной уборке улиц города от снега накануне исполняющий обязанности министра транспорта Сергей Мышногорский обвинил дирекцию дорожного хозяйства, мол, плохо следят за работой подрядчиков. Сегодня уже городские власти отчитались, очистка улиц идет полным ходом. А в следующем году на территории города откроют еще одну снежную свалку. Сегодняшних 6 площадок явно не хватает. Да и контроль за ними, как сегодня признались городские чиновники, недостаточно. Где конкретно появится новая снежная свалка, пока неизвестно, но в администрации говорят, что перед открытием площадка пройдет все экспертизы и будет оборудована специально для снега, который вывозят с дорог. В границах муниципального образования город Киров мы имеем 6 мест складирования снежных масс. Также у нас рассматривается возможность в 2017 году оборудовать муниципальную снежную свалку для того, чтобы усилить контроль за работой в данной сфере и снизить расходы бюджета на снеговывозку. В ближайшие недели вывозка продолжится. Город готовит к новогодним праздникам. В эти дни, пообещали в администрации, будет работать вся техника. Максимально планируют задействовать и штат дворников. Всего по отчетам мэрии, с начала сезона из города уже вывезено почти 65 тысяч кубометров снега. Впрочем, областные власти, по некоторым данным, эти цифры подвергают сомнению.